Всем привет! Сегодня мы наконец-то будем летать, друзья. Но летать не в онлайне, так как я буду летать с open track, а это очень трудно. И чтобы не обосраться в онлайне, я пока буду тестировать и привыкать к open track в одиночных миссиях, друзья. Это, поверьте, это очень сложно, когда начинается плотный бой, и самолет начинает выполнять всякие маневры очень резкие, там бочки с переворотом там и все такое. И с опентройком получается очень много движения головы. Вы начинаете поворачивать то налево, то направо, то вверх, то вниз, и вы теряете самолет из-под контроля, теряете нос самолета, естественно, начинаете выравниваться и теряете противника, и он вас сбивает. Поэтому я еще потренируюсь с разными видами самолетами, привыкну к опентреку, но и посмотрю, что могут делать боты на разных самолетах в режиме ветеран, то есть это максимум. Погнали! Сейчас я воюю против хенкелей, хенкель 112. Погнали, посмотрим, что он может, а там будет видно. Реально очень тяжело, очень много лишних движений головы, надо привыкать, не трясти башкой по сторонам, когда это не надо, когда вы выполняете маневры, там, уход от огня противника или просто маневр какой-то очень. Так что надо привыкать головой, не трясти. А вот когда вы выполнили маневр, тогда, наверное, стоит оглядеться. Ну, погнали. Так, нас пятеро, противников 16. Ну, чтоб было кого поубивать. Боты, ветераны. Мои товарищи, новички. Как бы вот так. Чтобы мне хотя бы чуть-чуть досталось кого-нибудь убить. Но миссия закончится, когда я подобью трех врагов, тогда закончится миссия. Здесь хотя бы одного убить. С опентреком реально очень трудно, друзья. Это надо привыкать, это постоянные нужны бои, постоянные бои, чтобы привыкнуть. Кстати, я вот год не летал, и, по-моему, баллистику изменили, что ли. Если я не прав, поправьте, потому что из-под капота я еще не зажег ни один самолет. Так, чуть подранил. Не уйдешь, гаденыш. На, еще есть. Красивая карта Москва. Бой идет где-то под Калязином. Вообще карта просто шикарная. То есть, ну, намного лучше, чем в L2. Вот, блин, не совру. Вот елки зимой, они же тоже зеленые. Они зеленые, покрыты немного снегом. Вот здесь это сделано вообще просто шикарно. Даже в L2 микрофон, а вот ландшафт выглядит намного хуже. Шоколадные деревья, шоколадные поля, не пойму, то все одного цвета, шоколадного коричневого. Единственное, облака в L2 лучше, чем здесь. В Артандере облака убили, и походу переделывать их не будут. Так, давай. Есть один. А может и второй, тот задымленный, может и разбился, я проверять не стал.
Двое разбились, одного я подбил. Как-то так, это, наверное, последний, потому что это будет третий, если я сейчас его собью. Я на этом буду прощаться, друзья, если вам понравилось, напишите, будем проходить миссии. Все, друзья, всем пока.